Нижегородская область оказалась в заложниках у телефонных террористов. Сегодня с 8 до 9 утра на экстренные службы буквально обрушился шквал анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Конкретных адресов не указывалось, но якобы под угрозой взрыва оказались вокзалы, мосты, аэропорты, здания судов и налоговых инспекций. Сотрудники МЧС, полицейские и кинологи отработали каждый указанный объект. Как удалось выяснить нашему телеканалу, сотрудники экстренных служб побывали на 36 адресах. К счастью, ни по одному из них взрывных устройств не обнаружено. Злоумышленника или даже злоумышленников сейчас разыскивают стражи порядка. За заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрено наказанием до 8 лет лишения свободы.